Поезд здоровья прибыл на конечную станцию. Об итогах прошедшей спортивно-оздоровительной акции далее в сюжете. В Казанском федеральном университете завершилась спортивно-оздоровительная акция «Поезд здоровья». С 30 января по 27 марта состоялось 10 выездов, в которых приняли участие более 700 человек – студенты и преподаватели университета. Все годы в основном мы проводили на базе «Маяк» в Зеленодольске. В этом году пришлось нам и по известным причинам перенести это мероприятие в другое место. Место мы выбрали не случайно. В этом году отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. Территория астрономической обсерватории Казанского университета уникальная, поэтому мы предложили нашим студентам в этом году именно этот проект провести на данной территории. Главная цель мероприятия – оздоровление студентов, предложение им дополнительных условий для поддержания здорового образа жизни. Выезды были организованы в малых группах. Участники поезда здоровья катались на лыжах, знакомились с территорией астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Мы в этом году впервые запустили проект не после каникулярного времени, а именно в период каникул. Предложили нашим студентам, которые не смогли уехать на каникулы в свои регионы, предложили этим студентам провести время с пользой. Надежда Степанова, Виолетта Басова, Универньюз.